Трафик не устраивает, то, что машин слишком много. Ну, наверное, такому количеству машин нужны шире дороги. Намного шире. Разметка не видна. Правила не совсем как бы ясны. Это может быть для человека, который ездит каждый день по одной и той же дороге, все понятно. Но для меня, допустим, если для меня новый маршрут, я даже не понимаю, к какой стороне относится светофор. И, ну, в общем, достаточно запутанная система движения. Водители не очень вежливые, скажем, по сравнению со Штатами, конечно, что там и дорогу уступят, и как бы войдут в твое положение здесь, начнут сигналить через 2 секунды. Ну, в общем-то, все публичным транспортом не удалось пользоваться, может быть, неплохо, как бы не могу ничего сказать. Только раза два пользовалась, но как бы... Поразило то, что здесь разрешают на маршрутках стоять, потому что как бы, при резком торможении, я думаю, что не совсем безопасно стоять в маршрутке. Так, интересно. А цена на транспорт? Маршрутка, мне кажется, как бы, ну, наверное, 17 рублей это недорого, я считаю, что с учетом всех расходов для водителей, наверное, нормальная цена.